Это кошка. Сейчас кошка съест кота. Пингвины, смотрите, вот это ржака, да? Не поймаешь ты нас. Ну что, прикол? Да, очень смешно, конечно. Серьезно, мы открыли секретную дверь. Здорово, крыса. Быстрее закрываем. Там, короче, бешеная кошка бегает. Слышишь, чувак? Ща ему свет включу. А то ему, наверное, страшно в темноте сидеть. Она нас не заметила. Серьезно? Ну ты кошка и слепая. Старая сарделька. Здорово, коты. С вами котенок Лайк. И у нас Фнак. Но не обычный, а супер-мега-криповый. У нас здесь все 3D. Теперь мы можем просто бегать по нашему офису и всем коридорам. Какие-то кнопки. О, мы окно открыли. Главное, чтоб никакой аниматроник сюда башкой не врезался. А то я их знаю. Это у нас батарея для камеры. Видимо, для этой. Компьютер. Газировочка. На-на-на-на-на-на-на. Как вкусно. Можно, кстати, будет в какого-нибудь аниматроника швырнуть что-нибудь. Это может его остановить, я надеюсь на это. Стульчик. Ничего, у меня такой новенький. Круче, чем у меня дома. Лампа. О, это Синди. Дэнс. Оу, е. Танцевать мы все любим. Как темно. Что за кнопка? А, это свет. Все. Я понял. Здесь тоже свет. А это? Подождите, там кто-то ходит. У нас есть ночное видение. Это кошка. Сейчас кошка съест кота. Боже мой. Быстрее, где дверь? Она застряла. Серьезно? Очуметь. Ну ты, конечно, глупая плещевая сосиска. Через дверь пройти не может. Это что, радио? О, можно включать. И шкафы даже открывать. Может, сюда можно прятаться? Нет. Дверь прошла сквозь нас. Кстати, коты, если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то злые аниматроники никогда вас не поймают. Да, кошка? Вон, даже она подтвердит. Куда-то пошла толстуха. Может, из розеток можно что-то выдернуть? Да, здесь вообще очень темно. У нас 2 часа ночи. Обезьяна! Спасай, там бешеная кошка носится! Короче, у тебя тут можно где-то спрятаться? Ну обезьяна, ну пусти! Сама спряталась, меня не пускает. Это что? О, здесь нужен ключ? Серьезно? Оу, подожди-ка, это пингвины! Здорово, пингвины, как дела? Чё, как жизнь? Рассказывайте, чем занимались? Какие-то они молчаливые. Оу, но достаточно криповые. Пингвины, короче, здесь где-то кошка ходит. Точнее, я даже знаю, где она. Вон она! Она что, сюда пойдет? Кошка. Какая-то она ничего не видит. Кс-кс-кс-кс. Мяу-мяу-мяу. Кошечка. Как дела? И что, мы так и будем за ней ходить? О, давай. Я тут. Опа, смотри, пингвины, сейчас вам прикол покажу. Вот она, эта бешеная кошка. Закрываем дверь. И она застряла в двери пингвины. Смотрите, вот это ржака, да? Не поймаешь ты нас. Ну что, прикол? Да, очень смешно, конечно. Ага, пингвины, поверишь вам тут. Смешно им. Все понятно. Вы какие-то скучные. Боже мой, это старый кот. Старый вонючий кот. А это его лежанка. Ты меня не сожрешь, кот? Короче, до свидули, пингвины. Вы какие-то скучные. Сейчас я туда пробегу. И она меня не схватит. Она почти меня схватила, но не смогла. О, это бланк! Серьезно, а здесь можно спрятаться? Нет! Она нас поймала. Да что ж ты будешь делать-то? Но прикольно, мы нашли бланка. И веселых пингвинят. Которые... Хорошо, что на нас не напали. Все, я сейчас везде повключаю свет. И мы пойдем с вами посмотрим. Что еще есть? Это какая-то... Тут тоже нужен ключ? Да! Вам не хватает ключа в инвентаре.
Здесь пусто. Это у нас... А, ну два туалета просто получается. То, что мойте свои руки. Можно свет включить, чтобы было светло. Но это, видимо, нельзя сделать во всех коридорах. К сожалению. Но где можно, мы это сделаем. Кошка криповая. Тут даже у игрушечных котят горят глаза. Кошечка. Давай, иди. Но она вообще ничего не видит. Она, походу, слепая и глухая. А, нет, заметила. Это что такое? Это шкафы какие-то. Я надеюсь, она нас здесь не поймает. Серьезно, она застряла. Ха-ха. Не поймаешь ты меня, кошатина вонючая. Фу. Короче, Бланк. Там кошка носится. Ты тут поаккуратнее виси, ладно? Ну, походу, она так аккуратно. Слушайте, а может, что-то есть где-то? Она здесь. Она не хочет уходить. Эй, кот! Слышишь, кот, тут твоя бешеная кошка. Утихомири ее. Ты, походу, съел весь ее вискас. И теперь она очень злая. Всех ловит. Что вообще происходит? Какие-то шкафы кругом. А! Ключ? Серьезно? Прикол. А тут света нет? А, здесь есть свет. Супер. Мы нашли ключ. Нам как раз и писали, что в двери нет ключа. А, точно! Около обезьяны, по-моему. И еще какая-то дверь была. А кошка там, что ли? А, она там и ходит. А, быстрее бежим! Надо куда-то... Это наш кабинет? Да-да-да-да-да. Все, да, свидули. Ха-ха, не может опять пройти. Слушайте, ну какая глупая кошка. Быстрее. Обезьяна у нас здесь. Обезьяна, чи-чи-чи. Как нам теперь? Вот это, наверное. О, серьезно, мы открыли секретную дверь. Здорово, крыса. Быстрее закрываем. Там, короче, бешеная кошка бегает. Слышишь, чувак? Ща ему свет включу. А то ему, наверное, страшно в темноте сидеть. Очуметь. Вы только посмотрите. Вот эта комната. Как же здесь крипово. И веселый кот. Фантайм-кот у нас. Слушайте, классно. А мы себя не видим? Здесь все отражается, по идее, на потолке. Кроме нас. Подожди-ка, это кто? Ха-ха, да ладно. Типа мужик с головой хелпика. Серьезно? Ну вы, Каныч, ну приколисты. Да уж. Значит, кошка не умеет открывать двери. Да, пингвины? Вот это крепота. Все. Отлично. Что еще можно подобрать? Сейчас я в нее газировку кину. А, я сел, хотел ускориться, а сел. Быстрее, быстрее, быстрее. Крыса, сейчас прикол будет, смотри. Все, она снова застряла в двери. Ха-ха, и убежала. Ты видел, крыса? Не, ну это ржачно. Пингвинам, конечно, не понравилось, но тебе, я думаю, точно понравилось. Ну скажи что-нибудь хотя бы. Ничего не говорит. В общем, это крыса, на самом деле, коты, вместо Фокси. Он также бешено носится. Или Бланк вместо Фокси, я уже не помню. Эти аниматроники, они все очень странные. Кошка, кошка, кошка. Человек и кошка вместе чела-кошка. Не поймаешь ты меня. О, а здесь никого нету. Сейчас я попробую спрятаться за кота. От его кошки. Она нас не заметила. Серьезно? Ну ты кошка и слепая. Старая сарделька. Кс-кс-кс. А сейчас за Бланка. Может, все-таки получится это сделать? У-у-у, 6 часов. 6 утра. Выжили мы, как всегда. Вторая ночь. Третья. А-а-а, подождите-ка. Остальные ночи не работают. То есть это у нас демо-версия игрушки. Здесь только первая ночь. Вот оно что. Понятно.
Особо мы никуда выйти больше не можем. Пу! Зашвырнули и убежали. Ясненько, коты. Тогда получается, здесь больше делать нечего. Мы нашли ключ от секретной комнаты. Может быть, он подошел бы сюда, это выход, но я сомневаюсь. Скорее всего, игра еще будет дорабатываться. Но можно попробовать. Кошка за нами побежала, мы сейчас быстренько застрянем. Это было логично. А, кот, кот, кот! Да, нет! Хотел за кота спрятаться. Ладно, я думаю, мы больше ничего нового не увидим. Будем ждать обновления игры. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Обязательно ставьте свои пальчики вверх на своих лапках. Подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока!